Привет, друзья! Меня зовут Вадим, Россия, Курск. И сегодня я хочу поделиться с вами тем, что же дало участие для меня в проекте в течение года. Первое, самое важное, участие в проекте помогло мне более серьезно относиться к своей жизненной цели и начать делать практические шаги для ее осуществления. Участвуя в проекте, я практически проработал разные темы, которые мы изучали на проекте. Ну, я коснусь нескольких из них. К примеру, тема, почему одни люди достигают поставленных целей, а другие нет. И каким образом я лично могу поставить эти цели и добиться желаемого результата. Следующая очень актуальная тема. Как не жить проблемами? Потому что если посмотреть сейчас в общество, что очень многие люди, они просто живут проблемами, и все мысли их заняты этими. То есть каким же образом научиться не жить проблемами и быть действительно человеком, сфокусированным на своей цели? Участвуя в проекте, я также смог организовать и начать заложить хорошую базу для социального проекта, который есть в моем городе. Также проект помог мне выйти на новый духовный уровень, потому что каждый день есть возможность работать над собой, развиваться. И я считаю, что это очень хорошая комбинация, когда есть возможность работать над Библией, над Словом Божьим, и также пользоваться всеми знаниями, всей мудростью людей, да, которые сейчас есть в обществе, то есть различной информацией, тренингами и так далее. И проект действительно очень хороший для тех, кто хотел бы действительно увеличить свой объем личности. И, друзья, я приглашаю вас присоединиться к проекту и начать развиваться в этом. И вы просто сможете действительно через год посмотреть на себя другими глазами, то есть вы увидите, что вы действительно стали другим человеком. Я приглашаю вас, желаю вам успехов, всего доброго, пока.